Возвращаем следовал болельщик. Сегодня чудный матч Международной лиги, а Алмаз принимает мяч сборной России. После первого периода счет равный 0-0. Статистики более предпочтительные не были наши гости. И перебросали по Алмазу 8-4. И на сбрасывание были более битвенные игрок. Компонент 9-5. Но по голам пока счет равный 0-0. И будем видеть, что во втором периоде делать нити с мертвой точки, и шайбы начнут залетать в ворота. Надеемся, ворота. И немножко сборной России. Пожелаем удачи. Алмаз. Это Зуменко была. Перед матчем. Плохо будет снова на ворота, которые сегодня сейчас защищать Савелий Кононов. Но проблема устранена. И все готов к началу матча. Начал второго периода данного матча. Выиграли сбрасывание. Юниоры, однако шайба сейчас на пустая Алмаза. Алексеев шайбой. Вероятно, партнера. Макеев подошел. Вешен в груди прикладывает шайбу. И Алмаз начинает свою атаку. Цепнетов находит зону. По борту играет. Там Алексеев. Он тоже идет по борту. И тут уже перекладывает шайбу. Сейчас по общению. Бросок последовал. Куда? Юниор пошел в атаку. Удака. Бросок. Ну и приходили шайбу. Василий Хабаров. Шел в зону. Оставляет партнеру под бросок. Ух, Бердин по теннисному отражает шайбу. Ротный вот неплохой. Это последний неплохой шанс был Алмаза. Так что большой счет. Не срослось. Ошибается при приеме Иван Ковалев, точнее третья пара сборной России. Здесь вот момент, опасно было сейчас. Не попал в створ. 19 номер гостей Кирилл Слепец. У нас вот такие. Потеря. Жихарев не самый удачный передачу отдал. И гости пошли в атаку. Бросок. С первого номера Кона поражает. Иван Ковалев атаковал. Тоже Слепец присягует за рубля. Вообще вот, значит, Чекмарева передача. Чекмарев. Точно. Жихарев. Жихарев развернулся. Здесь не подыграет. Да, Калугин. Да, Калугин нужен, конечно, не точно. И надо бороться. Делать шайбу. Чего вообще пошел сделать не получается. Иван Ковалев начинает атаку. Сборная России вошли в зону. Да, все получилось не точно. Захватников. Передача. И вот тут здесь не получилось все-таки подхватить шайбу Червачанам. Один. Через зону Червачане. Вот момент. Ну бросать. И рядом вся штанга. Шайба пролетела. Это Виталий Яровой атаковал. Да, ну второй плохой момент. Алмаза в втором периоде. У сборников пока один. Такой шанс был. Не то, что я пошел, не точно. Из зоны юниоры. Вот момент. И бросать на Кононов. Какое спасение Савелия Кононова. Браво. Атаковал достаточно номер Артур Каюмов. Нападающий первого звена юниорской сборной. Каюмов, кстати, уже два набора снежка, но не голая передача. Ну, пополнить свой бомбардирский запас еще. Но шайбы не получилось. И вот момент, и снова Кононов выручает. Ну, вот два неплохих шанса было у сборников. И еще одна атака. Каюмов. Нужно было продолжать атаковать.
Леонов. Леонов срубает сейчас будет удаление у Алмаза. Продолжает подавать. Пусть его звучит свисток. Берлин приехал на скамейку запасных. Только запрыгнул на скамейку, если пришлось снова прыгать. Но он не огорчен, только рад. Его партнер по команде получает вторую возможность поиграть в большинстве. Показалось, что Леонов будет удален. Нет. Один куда-то. Еще 2 минуты. Сейчас помогает вопрос парней. Вячеслав Шевченко с партнерами. Вез на льду. Лев сбрасывает бросок. И борьба на тайке. Только нашли уже опасный момент в большинстве. Разыгрывают. Вопрос. Слепец. Обратно бросок. Точно. Нужно не давать бросать-то. 40 секунд обороняли шерковчане. Местная передача. Не получилось точно. Калугин. Не смог выбросить Калугин. Слепец. 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 Какая передача. Не попал в створ Шевченко. Калугин. Снова Шевченко. Бросок. Вон она вправо. И где Шеба? И штанга. Вот это момент. Вот это да. И сразу небольшая потасовка. Играет Шевченко. Там больше шанс с Калугиным. Погибает что-то. Василий Хабаров получил какое-то повреждение. Лежал на день прямого участия в ровном эпизоде. Сейчас вот оперирует он к арбитру. И судья наказывает Хабарова сейчас 10-минутным дисциплинарным штрафом, судя по всему. Такой жест у него был. Жихарев поехал пообщаться с судьей. Вот так вот. В одном громком эпизоде сразу двух игроков теряем. Не скрывает то, что Алмаз юниоры потеряли в концовке. Первый тайм даже по номерку за драку были уделены по хоккеисту, вообще 5-20 в формате играет команды. Алмаз пока втроем, юниоры 5 на льду, не могут разобраться команды. 30 километров должников у Алмаза. Хабаров что-то кричит на судье и крикнул и скрылся обратно. Василий Хабаров. Чудушки. Чувствуем игроков. За грубость по малым штрафам каждый наказан. Вячеслав Шевченко, номер 35, команда Россия Ю-18. Владимир Калугин, номер 65, команда Алмаз. Так, Шевченко Калугин за драку, по-моему, штраф получили. Но Хабаров дисциплинарный за разговоры с судьей. Ну и четвером. Четвером Алмаз против пятерых соперников. Сейчас 49 секунд предстоит обороняться Соливаром. Так, еще и Краку. Краку забыли. Хабаров, да, Крага. Так она и есть. Хабаров, шайба. Крагу посетил. Возобновилась игра, и мёрз сбрасывание выгоды. И начинает полконку разыгрывать лишнего. Скобелев, Скобелев выходит с Шебой. Ай, пытался обыграть. Сейчас пробовал сам катиться. Если не сумел, Жихарев просто бросил шайбу.
чужому сопернику и поехал на смену. И ошибаюсь, россияне, да. Не смог с первой минуты переиграть. Понятно. Ну и все, не получилось взять большинство. Поставил Алмаз. Продолжают атаковать и забивают шайбу хоккеисты. Немножко полный России. 1-0. 21 номер. Отличился. Это Павел Калтыгин. Когда 4 звена забрал он. Шайба себе на память. Первая шайба на молодежном уровне этого молодого человека. Ну что ж, ну вот это пропущенная шайба, все-таки я надеюсь, получил за собой это более активное действие Алмаза в нападении. Кирилл надо бы забить уже давно. Спиридович Павла Калтыгина, номер 21, Михаила Мещерякова, номер 25, шайбу забросил Павел Рыженков, номер 7. Кононов спасает Рыженков, стал на заброшенной шайбе. Еще бросок, надо пролетать шайба. Каюмов. Куда-то получил по лесу и удаление. Алексеев. На скамейку для штрафников вынуждаются. Защитник юниорской сборной России. Ну и вот как раз возможность для Алмаза восстановить равенство в счете, реализовать большинство. Посмотрим, что получится. Пробежка Евгения Михалкевича. Ярового появилось на льду. Запасную игру высоко поднятой шушкой. Малым штрафом наказан Дмитрий Алексеев. Если за нашими хоккеистами, кто поборолись, воевали шайбу. Россия, сюда, куда-то. Вовченко. Вовченко и бросок. Бердин накрывает шайбу. Намертво. Звучит свисток. Игра остановлена. Состав у гостей. Честно, выполнено долго, отправились отдыхать. Четвертый игроков. Будет 18. О, Мазов теперь сам 10 шибиц остается на льду. Ужасно проигран, но борьба ведется, который все-таки все равно. Тут оказываются наши гости, которые, в принципе, даже пошли в атаку. Пытаются создать в меньшинстве в чужой зоне. Борются. Игроки не собираются сдаваться ни в каком игровом эпизоде. Ни в большинстве, ни в меньшинстве, ни равно в составе. Вовченко ошибается. И спокойно владеет шайбой. Юниоры бросают шайбу соперника. И это обороняется. Минуту. Алмаз начинает очередную атаку. Вот, Цепнетов. Прошел пол зоны. Остановился. Начинает разыгрывать. Вовченко. Куда-то. Набросный пятак. Бердин. Подходит шайбу и выбрасывает защитник. Толчок из дисковой зоны. Куда-то первая шайба. Играет на Портнева. Вовченко. Жихарев. Жихарь с партнером появился уже на льду. Вот он, Жихарь. Вовченко на крючке, но конечно, не туда, потерял по борту, где никого не было. И вынужден перечислять бороться в средней зоне, даже скорее обороняться. А вот и нет. Ошиблись, и Жихарев выходит один на один и не попадает Антон Жихарев в ворота. Да, какой шанс сейчас был у Жихарева. Снова Жихарев с шайбой. Дальше. Но Жихарев шайбой. Гость в полставе играет. Жихарев. Например, фланг переводит. И бросок. И добить некому.
Вынужден пробрасываться юниоры. Юнош сейчас постараться создать. Пока юниоры уставшие. Ну, сейчас будет раз по максимуму. Резина использует какие-то отдельные хитрости. Павчан. 1-0, напомню, юниорская сборная России выигрывает в Череповце вместо Алмаза в середине второго периода. Обе команды проиграли свой предыдущий матч. Алмаз уступил дома к Кубку МВД в серии посмешивших бросков, а юниорская сборная России с таким же счетом 2-1, но только уже в основное время проиграл в Питере местному Динамо. Вот. Бердин клюшкой играет. Жесть, атака. Череповчан. Брос, еще бросок. Калугин, бросок. И все летит Бердина. Установлена игра. Раз он будет. Бердина меняет состав, как и Алмаза, так и юниоров. Снова первый звено выходит на лед. Череповчан. Шмиков, Маргулев, Заплатника, Шабаев там на дальнем краю расположился. Зарубин, простите. Еще раз. Больше одну игру. Не разбрасывай, не выиграли. И начинает свою атаку. Входит в зону. Бросок. Точнее. Девчонка атаковал. И Девчонка. И не смог. Он сейчас просто все знал бы он. Что получится передачу сделать. Но подстрелился бы. Передачу бросил бы. Но не предугадал такое развитие событий. И ничего себе так не смог. Ну ладно, Цветников вошел в зону, бросок с блокированным защитником. И ответная атака юниоров. Вход в зону. Кубака по борту выбрасывает. Выходит шайбу в среднюю зону. Пассингует Цветников. Чемка меняет состав. Череповчан. В общем-то, уже сменился. Его место Скобелева. Скобелев борется и все-таки. Воробьев. Пас-центр Жихарев. Не очень хороший проем, так скажем. Юниоры за воротами прокатываются. Опасный блочок и вторая шайба влетает в ворота Алмаза. 2-0. Это 25 номер гостей Михаил Мещеряков. Форвард третьего звена. Отличился. Что ж, дела становятся еще хуже. Нужно отыгрывать две шайбы. Хорошо, что времени еще Алмаза, в принципе, на это достаточно. Только середина матча. Посмотрим, как будет вести себя Алмаз, выступая по ходу встречи. С передачи Артура Каюмова, номер 24, шайбу забросил Михаил Мещеряков, номер 25. Первый раз он сегодня Алмаз играет в ранге отыгрывающейся команды. Посмотрим, что получится. Из-за такого опыта пока ничего не получается. Борчан. Юниоры смотрятся пока предпочтительнее. Но более скоростной. Здесь создают больше моментов, больше атакуют, больше бросают. Ну, как итог, больше забивают. Раз мы видим среднюю зону, то шайба вылетит по шапке. На
Алмаза, за Плотников. Шайбой. Снова за Плотников начинает атаку. Переводим, подъем фланг. Бросы, когда в зону заходят Талевары. Чужую территорию. Надолго держаться не могут. Венер начинает свою очередную атаку. Мещеряков. Борется. Убирает у него шайбу. Вот, может что-то получится в этой атаке. Калугин. Если шайба в зону. Походу атака. Смена. Походу. Врачан. Очень получилось. И Кононов. Блином. Убивает шайбу. За пределы площадки. Да, его зоне. Чуть меньше 8 минут остается команда провести во втором периоде. 2-0. Алмаз выигрывает. Шайба подскочила сейчас на пятачок. И повезло то, что не было никого из соперников. Минут возле ворот. Ты не смог шайбу поправить ворота. Снова шайба уходит в среднюю зону. Ничего совершенно не получается у Алмаза. Вовченко. И срубает Вовченко. Удаление будет сейчас у гостей. Вот еще один шанс. Бердин ловит шайбу. Свисток и за подножку. А Вовченко лежит, не может встать. И врач команды сейчас появляется на льду. Ну, встает вроде сам. Ну и, в принципе, немножко прихрамывая. Вовченко покидает лед. Надеемся, что все с ним в порядке. И через какое время появится на льду. Илья Башнецкий поможет своим партнерам по команде реализовать все-таки попытку. Сейчас звено Скобелева выходит на лед. За удар колена малым штрафом наказан Георгий Иванов. Георгий Иванов, я получил. Команда Венеров. Россия Ю-18. Вовченко. Набросный значок. Бердин убивает чутком шайбы в угол. Продолжает наше вращение атаковать. Куда-то. По борту. За ворота. И вот. Ну. Нет. Нет, никто там. Топчан. Своей зоны. Кто начинает атаку. Куда-то. Викарев. Вводит Жихарев в зону. Расположились. Алмазные. Воробьев. Оставил шайбу в зоне. Но передача пока отдать то, что не сумел. И в итоге шайбу потерял. Минуту отыграли в большинстве кисты Алмаза. Пока без каких-либо дивидендов. Проходит игра в большинстве чемпионской команды. Ничего не получается создать. Которую попытку подряд. Вот, может сейчас что-то. Я там шайба проходит. Лещенко. Скобелев. Снова Лещенко. Бортом. Чмарев. Вот. Обратно защитнику. Вот Чмарев. Наброс на ворота. Еще потом был Скобелев. Скобелев за воротами. Пас на Кудака. Скобелев. Команда Россия Ю-18. Наши гости играют в полном составе. Ничего не получилось создать. Может быть, на этот раз. Что ж, будем стараться держать в большинстве. Вопрос, как это делать.
ошибаются гости. Вовченко прихватил шайбу. Сейчас не в порядке. Состояние он играть. Ничего себе не смогли. Море уже на чужой половине поля. Дать не получилось. Калугин сам пошел. Как-то не смог. Четверых не убивает. Обыграть было не под силу, шайбу он потерял. Снова юниоры. Пытаются создать. И вот возможность какая-то отличиться. Возмущаются игроки. Между Дон России, которые сейчас на стоянке запасных. Казалось бы, что Аверьянова сбили. Но судья был другого мнения. Проброс. Все время Лансман фиксирует. Хабаров появляется на льду. Отбыл он свой 10-минутный дисциплинарный штраф. И готов вновь помогать команде. На случай пропустили через Бобчанин одну шайбу. И невнятно снова отыграли в дальше настроем. Ну, посмотрим, скоро Хабаров должен появиться на льду. Через минуту другую. Злой и может такого, что Берзин. Ловушка отбивает шайбу. Борьба. До площадки. Вот и какая скорость-то. 19 номера. Что? Звучит свисток. Лежит на льду игрок. Немножко сборной России. Пока не видно, кто это. Так, и только при помощи партнеров он встает. На красный стенек запасных. Похоже, Павел Калтыгин. Да, ну что-то серьезное. Калтыгин. Снова в первый номер Павел Калтыгин. Сразу доктор его принимает. Что-то с ногой. Сейчас еще одно удаление будет у нас. Снова Алмаз оказывается в большинстве. Судьи дают возможность проиграть в формате 5 на 4 Волчанам. Надо реализовать, надо пользоваться этими подарками судьбы. Вечно все-таки Алмаз не сможет играть в большинстве. Скоро возьмут и перестанут удаляться. За вопросом малым штрафом наказан Артем Иванюшенко. Номер 18. Смог шайбу остановить. Команда Россия Ю-18. Калугин. Вот и Хабаров появился. Но тем временем. Обычную зону Вовченко. Смитов. Хабаров. Падает он. Все в рамках ПЛ. Калугин. Куда-то. Хабаров. А, это Вовченко, простите. Свою позицию. Вовченко. Куда-то. Вовченко, Калугин. Ну вот и... Шайба. Ученики и шайба летает. Я пройду по шайбу в Братске. Берлина. Минуты 13 секунд. Здесь провести командам. Раунд состава. И Берзин. Один самый перспективный вратарей страны. Игрок это не лежит Алмазу. Пинку Северсталь. Этот сезон вынужден проводить. Это вынёжка сборной России, но пока что сезон вернется в Череповец. Так же, как и нападающий Игорь Гераськин, который в этом году на драфте юниоров был выбран Бобчанами. И тоже отправился в юниорскую сборную России. Думаю, их помощь бы этому Алмазу не помешала в этом сезоне. Но пока они вынуждены выступать за юниорскую сборную, готовятся к чемпионату мира, который пройдет в апреле месяце. Зоне
Просто ничего у них не получается создать. Через 15 секунд он ставит, будет Ленор играть тапсайд. Классмен. Ну, основная задача юниорской сборной России станет до 18 лет. Подготовит хороший игрок для чемпионата мира, который будет этой весной ходить. А также дать боеспособных юнистов, которые помогут уже основной российской сборной на Олимпийских играх 2022 года. Команда «Россия Юба-17» играет в полном составе. Рассказал главный тренер юниорской сборной России Игорь Прохоров, который в этой команде успешно играет в премьер-лиге, является генеральным менеджером тренер-клуба Виталий Гришин. То каждый гол состав юниорской сборной будет меняться. И вот момент был у Леонова. Напишите, за Плотников атаковал Бердин. Он сложился и смог сейчас остановить. Вот. Прохор сказал, что каждый год состав юниорской сборной России будет меняться. 80 года рождения. Команда подготовится, готовится к главному старту сезона, чемпионата мира, который каждый год проходит на стыках в конце апреля. Куда-то что-нибудь перехватил. Последняя минута второго периода. Второго периода у нас идет пока 2-0. У нас проигрывает на родном льду у нашей сборной. Сезон Заплатников. Сейчас перехватывает и идет в атаку. Прошел одного, пас. Центр проходил, но никто следиться замкнуть не смог. Атакует Череповчане. Нет, не атакует. Обороняется. Теперь Алмаза. Куда-то. Жухников сыграл. Отвел броз всех ворот. Леонарды домашний матч проводит на базе в Новогорске. От этого болельщики не могут ходить на домашний матч этой команды. И команда Прохора дома, кстати, без поддержки. Одну среду. Ну и все. Получить арена. Счет идет окончен 2-0. А у нас пока проигрывает. Сборная России. Команды проживаются в раздевалке. Мне случилось чуть-чуть. Просто захотим им. Больше всего 15 минут. И теперь возглашаю его с японским качеством.